Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор свотчей новой преображающей тональной основы серии Giordani Gold от Oriflame Master Creation. Вышло всего 6 оттенков: нейтральный, холодные и теплые. И мы сейчас посмотрим, какой же цвет как ложится на коже, и тогда вы сможете выбрать для себя самый оптимальный вариант. Ну что, поехали? Начнем по порядку. С нейтрального оттенка, код 35238, слоновая кость. Я беру прям немножечко так палочкой и наношу на руку, чтобы вам было хорошо видно, какой это цвет. Такой тепленький. Следующий оттенок из холодных. Холодный фарфор 35235. Так, это действительно такой светлый, приятный тон. Следующий оттенок холодный бежевый 35239. Далее пошли теплые оттенки. Теплый ванильный 35236. Следующий оттенок теплый нюд. Как раз именно этот оттенок я себе выбрала и начала им уже пользоваться. Очень классный цвет, такой тепленький, при этом он светлый достаточно. И завершает гамму 35240. Это уже, конечно, для таких загорелых красоток или для обладательниц смуглой кожи. Сейчас немножечко я разотру тон, чтобы было понятно, как же он будет выглядеть, когда мы его будем наносить реально на кожу лица. Лишнее уберу. Вот что я заметила, что с этим тоном кожа действительно какая-то необыкновенная. Теперь это будет мой любимчик среди всех тонов. Вот смотрите, как интересно слоновая кость смотрится, достаточно темная, то есть на моей светлой коже это будет слишком ярко и неестественно смотреться, конечно, будет отличаться от цвета шеи. А вот этот цвет холодный фарфоровый очень даже хорош. Я думала, он будет слишком бледный, но нет, он действительно очень хорошо ложится. Так, следующий оттенок холодный бежевый. Тоже достаточно такой темненький для смугляночек. Но он очень приятный. Что мне нравится в этих оттенках, что в них нет красноты, как бывает иногда в тонах красные, какие-то рыжие. А здесь просто такие натуральные, хорошие цвета. Так, сейчас я разнесла теплый ванильный. Переходим к моему выбору. Это теплый нюд. Кстати, очень хороший, он так свежо смотрится на коже. И эта тональная основа, она действительно преображает и делает кожу в 5 раз более сияющей. Вот такая вот невесомая текстура, она действительно тающая, такая легкая. Чувствуется, что в ней есть питательные восстанавливающие компоненты. Кожа просто кайфует. И последний, самый темный, это теплый бежевый оттенок. Вот посмотрите, как они смотрятся уже в таком виде, как когда мы их растушевываем. Конечно, лучше всего тон наносить кистью, тогда он будет просто идеально лежать. А как основу использовать праймер. Так, мой выбор — это тон теплый нюд, его код 35237. Я уже гуляю второй день с этой тональной основой, и мне она очень нравится. Особенно мне понравилось то, что действительно таким свежим и красивым выглядит лицо, и не забивает поры, и тон просто такой классный, то, что он сразу дает матовый такой, приобретает матовость, и классно на него ложится макияж. Ну что, желаю вам вкусных покупочек, выберите себе самый классный оттенок и балдейте, будьте самой-самой красивой. До новых встреч в наших видео, пишите в комментариях отзывы о своих приобретениях и задавайте вопросы. С вами была Лилия Донскова, пока-пока!